Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка», в студии Вероника Токмачева, я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Владислав Кузнецов передал орден мужества супруге Павла Никитченко. Боец погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга в декабре 2023 года. Как отметил глава региона, орден мужества символизирует не только воинскую отвагу и самоотверженность, но и преданность родине. Пусть он станет символом памяти, нашей глубокой признательности и вечной благодарности за подвиг вашего супруга, настоящего патриота России, сказал губернатор. Также орден мужества будет передан супруге погибшего Артема Сапожникова. Герой был призван во время частичной мобилизации и погиб осенью 2023 года. Командование отмечает, что защитник героически сражался с националистами и выполнял свой воинский долг до последней минуты.